Привет, прогрессивный народ, это истинный следователь. Сейчас хочу рассказать, сколько отходов в грудке куриной, когда вы покупаете с костью. Стоило 185 рублей, вес вы видите 858 грамм. После того, как кость я вырезал, получилось 650 грамм. Как я посчитал, около 25% отходов получается. А, и кожу снял, кожу я не считал, тоже это как отход. Не, ну и кусочек жира есть у курицы. На этом все. Теперь вы знаете, сколько отходов курицы. Можете считать дальше. Пока.